сюда скорее! Ну-ка сюда скорее, скорее, скорее! Привет, привет! Как вас много! Ну-ка сюда скорее знакомиться! Правильно! Ну-ка, почему не все подошли? Ну-ка скорее сюда знакомиться! Кто-то спрятался, друзья! А кто-то спрятался? Ну-ка иди скорее сюда! Не бойся, я думаю! Не бойся, иди сюда скорее! Привет, друзья! Как вас много, друзья! А почему-то мы здесь сегодня собрались? Ну-ка, кто мне скажет? Сегодня, наверное, какой-то праздник, да? На праздник. А что сегодня за праздник? Привет. Праздник. Ну-ка, друзья, а кто мне скажет, какой сегодня праздник? Новый год? Нет? А кто мне скажет, какой сегодня праздник, друзья? Новый год? Ну-ка, пойдите. Друзья, куда вы все разбежались? Ну-ка сюда скорее. Скорее сюда, скорее. Идите знакомиться, друзья. Ну, скорее сюда, ко мне. Кто последний, тот соленый огурец. Привет. Ну, друзья, кто же мне скажет, что сегодня за праздник? Новый год? Нет. А какой сегодня праздник? 8 марта. День рождения, друзья, здорово. А у кого сегодня день рождения? У кого? Посмотрите, какая ты нарядная, какой тебе красивый платье. Наверное, у тебя сегодня день рождения, да? Шарики. Значит, у тебя сегодня день рождения, да? Так, ну-ка, друзья, кто мне скажет имя именинника? Как именинника зовут, Даня? Как именинника зовут, друзья? Ну, друзья, кто мне скажет, как зовут именинника? Забыли? Кому ты на день рождения пришел? Рома. Рома, друзья. А кто такой Рома? Это ты, Рома, да? Вот он, вот Рома. Наши шарики. А, ты Рома, да? Смотри, какие у тебя шарики. Ты Рома, да? А кто у нас Рома? Покажи Рому, Даня. Где Рома? Это ты, Рома, да? Да. Ну-ка, подходи сюда скорее. Привет, дай мне 5. Привет, как дела? Я Рома. У тебя сегодня день рождения, да? Да. И сколько же лет тебе исполняется? 5. Покажи на пальцах. 5. Покажи на пальцах. 5. Это 10. А 5? 5. Вот 5. Молодец. 5 это супер возраст. Здорово, да? Да-да-да. Ну что, скажи, а тебя поздравляли уже сегодня с днем рождения? Да. Да? Ну что ты, друзья, какой-то ты грустный. Наверное, плохо тебя поздравляли, да? Ну-ка, друзья, давайте трижды громко поздравим нашего Романа с днем рождения. 3, 4. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Аплодисменты! Молодцы! Рома, какие у тебя дружные друзья. А давай как мы с твоими друзьями познакомимся тоже. Ну-ка, друзья, все сюда скорее к Роману. Ну-ка, друзья, скорее сюда. Круг. Становимся в круг. Друзья, становимся в круг скорее. Ну, круг скорее. За ручки держимся. Девчонки, за ручки, круг. Ну-ка, подходим, не стесняйся, не боимся. Не бойтесь. Итак, Рома, давай-ка ты меня познакомишь со своими друзьями. Все стоите. Стойте, это я высокий, я присяду. Так, Рома, покажи-ка мне свой указательный палец. Где твой палец указательный? Указательный палец, один пальчик. Вот он. Представь, что этот пальчик у тебя волшебный, так как у тебя сегодня день рождения. А у твоих друзей на животике появится волшебная кнопка. И как только мы нажмем на вашу волшебную кнопку, вы должны громко крикнуть свое имя. Давайте попробуем. Покажи пальчик. Пальчик, ну-ка, Рома, пальчик. Итак, брррр. Имя. Как тебя зовут? Артём, здорово. Ну-ка, брррр. Как тебя зовут? Даня, здорово, какой ты элегантный, прям в костюме. Как будто на деловую встречу пришел. Ну-ка, давай еще. Брррр, пук. Как тебя зовут? Меня зовут Василиса. Василиса, ну и Василиса. Я Эльза, потому что я... Алена, я, да? Правильно, Алена? Да. Здорово. Ну что ж, какие у тебя великолепные друзья. Вот мы поздоровались, вот мы познакомились. Друзья, а мне кое-кто позвонил, знаете, такого человека, Ник Фьюри. Он мне сказал, что здесь есть
мальчик, который поможет мне в спасении города. Пришел? Я пришел из суперсекретной страны. Мне позвонил Ник Фьюри и сказал, что где-то здесь есть человек, который поможет спасти целый город. Это ты, Рома. Поможешь мне спасти целый город? Что, поможешь? Да. Поможешь мне спасти город? Да. Но для этого, друзья, нам нужно стать самыми настоящими супергероями. Друзья, подходите сюда скорее. Слушаем внимательно нашу задачу. Нам нужно спасти город. Друзья, нам нужно спасти целый город. Друзья, куда вы разбежались? Поможешь мне? Да. Точно? Не слышу. Рома. Ну-ка, скорее сюда. Вместе все. Нам нужно стать собой самыми настоящими супергероями. А супергерой должен быть внимательным. Ты ведь внимательный? Ты внимательный? Нужно проявить свою внимательность, друзья. Иначе мы не сможем спасти целый город. Хорошо. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, насколько вы внимательны. Друзья, ну-ка, покажите мне, кто такие великаны? Ну-ка, встаньте сюда, друзья, встаньте на пол. Друзья, кто такие великаны? Рома, подходи сюда скорее. Рома, подходи сюда скорее, Ром. Друзья, Рома, нам нужно помочь, спасибо, это может? Тогда не отвлекайся. Друзья, ну-ка, покажите мне великаны. Друзья, ну-ка, кто такие великаны? Кто такие великаны? Это высокие люди. Поднимем ручки вверх, друзья. Поднимем ручки вверх. Это, друзья, великаны. А теперь карлики, друзья. Кто такие карлики? Это маленькие люди, друзья. Маленькие люди. Это маленькие люди. Покажем карликов. Карликов. А теперь великанов покажи. Великаны. Ну-ка, великаны, друзья. Великаны покажите мне. А теперь карлики. И снова великаны, друзья. Великаны высокие. И карлики маленькие, друзья. Карлики маленькие. И снова карлики, друзья, карлики. А кто такие карлики? Карлики, друзья, они маленькие. Давайте присядем. Вот, друзья, это карлики. Внимание, друзья, это карлики. А вот это великаны. Ну-ка, давай. Я умею положаться. Не надо, иначе что-нибудь себе сломаешь. Потом как-нибудь. Друзья, еще раз покажем великанов. И снова карликов. Запомнили, друзья? Внимание, это у нас карлики. А это у нас великаны. А давайте я буду пытаться вас запутать. Итак, показываю. Великаны. Великаны. А как великаны? Великаны вверх. Нет, великаны вверх. Вот так, друзья, великаны. Ну что ж, молодцы. А теперь карлики. Карлики, молодцы. И снова великаны. И снова великаны. О, нельзя так делать. Ладно, друзья. Друзья, ну-ка, кто это? Паук! А кто такой паук? Человек, правильно, это я, это супергерой. Молодцы. Так, а вот это кто, интересно, ну-ка. Супермен! Супермен, правильно, молодцы, угадали. А вот это кто, ну-ка? Это следы. Следы, а чьи следы? Это черная пантера, друзья. Пантера! Так, хорошо. А вот это, друзья, ну-ка, отгадайте, кто это? Ну-ка, угадайте, друзья, кто это? Это, друзья, Бэтмен. Друзья, если вы поможете спасать город, вы должны пройти подготовку. На внимание. Друзья, вы внимательны? Итак, нам понадобится помощь двух родителей. Родители, нам понадобится ваша помощь. Нам нужно два человека. Я хочу стать этим. Дети. Ну-ка сюда, все скорее. Раз, два, три, ко мне иди. Все. Итак, уважаемые родители, для вас очень серьезное ответственное задание. Нужно держать мою паутину. Держите здесь. Натягиваем ее вдоль комнаты. Поберем. А вы держите здесь. Все, больше не надо. Чуть-чуть подальше. К черепашке-ниндзя давайте встанем. Чуть-чуть подальше. Итак, хорошо. А вы, друзья, должны разделиться на две команды. Одна команда будет на этой стороне, а вторая на этой. Давай, давай, Ром. Рома, иди сюда скорее. Итак, Рома, ты будешь капитаном команды. Давай, стой здесь. Итак, Рома, я буду против тебя. Стой, все. Итак, друзья, нам нужно, чтобы вы разделились на две команды. Друзья, гранат держать нельзя. Не трогать. Это очень она липкая, иначе прилетите. Друг за другом становимся.
Ну, друзья, нам нужно встать. Даня, давай иди сюда. Одна команда на одной стороне, а вторая на другой. Давайте, одна команда. Василиса. Василиса. Девчонки сюда. Алло, давай. Давай. Друзья, канат не трогаем. Алло. Канат не трогаем. Василиса, не трогай канат. Отпусти. Не трогай. Не трогай. Иди становись туда. Итак, девчонки против мальчишек. Итак, друзья, внимание. Слушаем правила игры. Наша команда. Друзья, вы любите бананы? Вы любите бананы? Да! Смотрите, что у меня есть. Банан, да. Но мы не будем их есть. Они потому что несъедобные. Мы будем их бросать в команду противника. Друзья, мы будем сейчас перебрасывать бананы вот таким образом на территорию девочек противника. Девочек будем кидать. Да. А девочки должны бросать в нас. Но как только я скажу стоп, вы должны остановиться, хорошо? Хорошо. Итак, я высыпаю бананы. И по команде 3 мы начнем перебрасываться бананами. Готовы? Да. Раз. Два, три! Берем, через розовый и выходим через красный.
Вперед, вперед! Прыгни!
небольшое задание. Кто сможет пройти по этим следам? Что? Что? Это тогда следы. Кто сможет по ним пройти? Так. Ну как-то просто. А кто сможет пройти, друзья? Не раз, вместо бежи. Ну так, хорошо, только дальше. Так, и только до самого конца. Хорошо. Молодец. Да! Рома, давай попробуй, Рома. Нет. Давай, Рома. Нет, правильно, правильно. Молодец, хорошо. Молодец, сюда теперь. Молодец, хорошо. Да! Есть, молодец, отлично. А теперь Даня попробует. Нет. Хорошо. Молодец. А, переступил снег. Так, теперь в эту сторону давай попробуем. Ну-ка, Даня. Так, прямо только по следам, только по следам. Ну-ка, девчонки, отойдем сзади. Отойдем в сторонку. Хорошо. Молодец. А теперь Рома. Дайте, ну-ка, дайте. Пусть Рома сначала попробует. О, смотри, какой ловкий пробежал. А теперь ты. Молодец. А я, друзья, вам усложнился дальше. Да, еще. Вы должны будете здесь пройти всю эту территорию. Ну-ка, друзья, давайте попробуем. Даня первый. А потом Рома. Как только Даня пройдет. Погоди. Пусть сначала Даня пройдет. А теперь следы вместе. Ну-ка, Рома. Отлично, он прошел. А теперь Рома, ты. Хорошо, правильно, молодец. А теперь вместе с зайчиком. А, отлично! Ну и ты давай подруга. Хорошо, все пропускают следы. Нужно только после там идти. Неправильно. А вот теперь правильно. Ну-ка, Даня, давай. Ну-ка, теперь ты, девчонка. Молодцы, красавицы. А теперь, Рома, давай, последний раз. Ну-ка, скорее сюда, Рома. Рома, ну-ка, скорее сюда. Итак, вперед! Даня, уходи! Ну-ка, Даня, вставай! Молодцы! Аплодисменты нашим участникам! Молодец, Даня! А кто выше всех прыгает? Ниже всех прыгай! Ниже всех прыгай! А кто выше всех прыгает? Молодцы! А кто умеет бегать? Не догоните! А теперь что? Кто выше всех прыгает? Yeah.
забудь подальше. Боюсь! Как это просто капец! Это же я, а теперь... Итак, Дома, отойди-ка сюда, Даня. Рома, друзья, становимся здесь. И сейчас по моей команде мы строим самую настоящую дискотеку. Готовы? Да. Отлично. Можно я тут сяду с краешкой? Не буду мешать. А вы, друзья, считайте до 10. Да? Да. Продолжаем вечеринку!